Итак, привет, друзья. Сегодня расскажу монеты года древних монет СССР. Короче, вот такая вот у меня есть коллекция. 5-рублевка. 1961 года. Потрепленным временем. Дальше у нас есть 3 рубля. Такую вот я нашел. Давно старая она. 61 года. Такие вот 3 рубля. Так, есть рубль. Тоже 61 года. 1 рубль. Такой вот маленький. Тоже есть металлические монеты. Вот такая вот 10 копеек 82 года СССР. Есть 20 копеек 84 года, тоже СССР. В принципе, их тут много, но я вам основные покажу. Есть 5 копеек 89 года. Вот такая вот 5 копеек. Есть 3 копейки 79 года. Так, это 20 копеек, 10 копеек, 15 копеек я вам не показывал. 1982 года. Так, вот есть тоже 2 копейки. Это тоже самая у меня старая. 1962 год. СССР. Такая вот она желтая. Желтого цвета. Даже есть 1 копеечка, такая маленькая, 1982 года. Очень маленькая. По сравнению с 5-рублевкой. Вообще мало. Маленькая. В принципе, все. Такие вот монеты. Они все одинаковые. 15 копеек, 10 копеек, 25 копеек. Есть даже 2 копейки 56 года. Вот это самое старое 56 года. Это послевоенное время СССР. Вот оно. В основном все. Все одинаковые. 82-й, 70-й года. 72-й год. Вот монеты. Всем спасибо за просмотр, всем пока.